Всем привет, друзья, с вами Амик, и мы продолжаем играть в Башню Ада. И это довольно-таки сложная карта сама по себе, и я ее всегда пытаюсь проходить довольно-таки хорошо, но у меня не всегда это получается. Это очень будет эмоционально, так что обязательно ставь лайк, потому что я буду сегодня гореть очень сильно. Я немножко поиграл еще без вас, но у меня вообще ничего не получалось, и лучше уж с вами играть, хоть как-то, знаете, вам рассказывать и показывать. Так, а что это такое? Почему есть тут несколько путей, по которым я не могу почему-то пройти? Как видите, у меня всего 8 очков. Я себе еще вообще ничего купить не могу. И постоянно падаю. Но, знаете что? Я единственный метод небольшой такой нашел. То, что мы можем с вами прямо вот так вот. Видите, далеко когда делаешь. Ну-ка, слушай. Тут уничтожает тебя. Я понял. Сейчас мы быстренько с этим совсем разберемся. Потому что, ну, проблемы вообще постоянно на этой карте. И главное здесь... Прыжочек. Ой-ой-ой, вот, прошли, наконец-таки. Отлично, все, эту карту мы даже, может быть, пройдем полностью. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но тут вот небольшие есть проблемки. Не понял юмора. Меня просто уничтожило. Но зато я добрался хотя бы до одного уровня. И меня это уже радует. Но надо идти дальше и проходить абсолютно все. Потому что, в принципе, эта карта не такая уж и сложная, как кажется. Просто нужно не торопиться. Да, о, вы видите, я поторопился. Надо было дождаться, когда он до меня дойдет. Ладно, сейчас посмотрим еще раз. Раз-два, запрыгиваем. Друзья, да, кстати, напишите в комментариях, сколько вы уже уровней прошли на этой башне адовой. Мне очень интересно, потому что я, может быть, какой-то нубик, что ли. Ну, не, я в Роблоксе действительно нубик, потому что играю очень мало в Роблокс. Но, знаете, мне нравится эта карта, потому что она очень... Она сложная, но при всем, она как бы вроде как и легкая. Ну, то есть, когда ты уже начинаешь все это проходить, тебе кажется, это же изи. Так, смотри-ка, нам нужно максимально... Как здесь пробегать? Это надо очень... Вот как. Все, добираемся до туда, я уже понял, разобрался. Понимаю теперь, как там проходить. Окей, сейчас без проблем мы это все бабахнем. Так, здесь перепрыгиваем, здесь тоже перепрыгиваем. Видите, мы уже этот уровень очень легко проходим. Я вот понял, что лучше как-то камеру постоянно мотать. Да, так намного проще получается. Ой-ой-ой, мы что, прошли? Стоп. А куда мне дальше идти? Что-то я не понял. Стоп. Куда? Мне нужно просто прыгнуть. Все, отлично. Здесь ничего не летает. Так. Здесь проходим быстрее. Вниз. Отходим. Давай. Теперь наверх. Ждем, пережидаем. Ползем. Отлично, фух, мы прошли еще до одного уровня. Слушайте, мы уже на третьем уровне. И действительно, мотать картой и не спешить, это, наверное, самое важное. Только понимать нужно... Фух. Так, секундочку, куда нам здесь? Вот так вот. Отлично. Так, стоп, нам вот сюда, получается, да, надо? Потом туда. Так, а стоп, а дальше-то куда нам нужно идти? Подожди, а мы до туда допрыгнем? Не, мы до туда не допрыгнем. Опа. Да как так-то? Слушайте, а кто увеличивает время? Это, видимо, человек, кто дошел до самого конца, тот, скорее всего, и увеличивает все это времечко, которое... Все, да, заново начинаем, друзья, новый уровень. Но, слушайте, уже небольшой есть прогресс. Я думаю, что таким вот способом мы очень быстро сможем дойти. Просто упал. Ладно, но я заходил в про уровни в прошлой серии. Но, честно говоря, пока что мне рано туда идти. Проще, конечно,
вот тут вот пока поиграть, потому что действительно очень сложно мне даются эти все уровни. Но, в принципе, я уже понял, что нужно мне камеру отдалять, потому что я просто-напросто не видел, куда прыгать. И в самые... Вот нужно не торопиться. Самое главное — это не торопиться. Берете, вот так перепрыгиваете с одного на другой. Опа! 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 Вот все. Все. Вот и все. Да, и главное, нужно рассматривать все уровни. Я уже такой, о, все, я прошел, какой я молодец. И тут бах, меня разрушило. Ладно, ничего страшного, сейчас мы быстренько, я думаю, этот уровень уже пройдем. Так, 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 опа, опа. Ну, слушай, быстро, 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 главное тормозить. Вот главное вперед не нажимать, когда ты уже прыгнул. Когда прыгнул, уже нажимать не стоит вперед, но когда ты... Так, опа, опа. Когда вот приземляешься, уже нужно отжимать W, ну, у кого как, у кого-то... Ну, короче, вперед не надо идти, вот. Так, кстати, а мне интересно, а как на телефоне люди играют? Оп, хорошо, 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 бать, хорошо. Ого, ничего себе, мы как прошли. Так, 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 фух. Фух-фух-фух-фух-фух, идем-идем-идем-идем-идем, проходим, 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 фух-фух, ой-ой-ой-ой. Так, мы дошли до сюда, да? Получили очки. Как же это сложно, вы себе просто не представляете. Вы себе просто... Нет, вы-то, я думаю, представляете, кто уже играл. О, это как так? Это как так? Нет, ну слушайте, я в принципе уже начинаю понимать, как проходить, потому что уже разобрался. Главное здесь побольше практики. Чем больше практики, тем быстрее вы осознаете, как это все работает. Тут просто механики игры достаточно просты, да? Тут прыгай по углам и все. Вот, например... О, вот тут, кстати, неправильно сделал. Надо было с угла прыгать, так намного будет попроще. Ну ничего. Так, фух, главное тут не гореть. Вот главное не гореть, чтобы у тебя не было мыслей, что ты проиграл, значит, ты не можешь начать с нуля. Нет, ты можешь начинать с нуля и продолжаешь. И так вот намного проще думать, когда ты как бы, ну, проиграл и проиграл. Как бы много, большого значения этому не даешь. Так, оп, тихо-тихо-тихо. Фух, мы дошли до сюда. Но проблема в том, то, что тут еще нужно допрыгивать. Фух, так, отлично, отлично. Прошли тут, прошли. Ох, так, здесь прошли. Здесь прошли, здесь прошли. И, так, отлично. Наверх, наверх. Здесь прыжок нужен. Так, мы здесь проиграли в прошлый раз. Так, 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 так. Нам нужно вот сюда. Отлично, отлично. Фух. Ох, я даже не знаю, что нам делать дальше. Ага, так, давай-ка тут перепрыгиваем. Опа. Опа. Что? Это вообще законно? Это вообще возможно? Да нет, да как? Да за что? Да почему? Ох, я не знаю. Слушайте, ну мне вот всегда подобные игры, даже вот не обязательно брать Roblox, вот подобные аркадные прохождения для меня всегда были сложные. Не знаю почему, но вот в моей жизни так свершилось, что я всю жизнь играл в другие игры, не подобные этому, так что у меня очень мало опыта в прохождениях данных игр. Но вот тем самым, мне кажется, даже наоборот прикольно. Кстати, там кто-то уже добрался до самого конца, до 23 уровня, и ускорилось время, и за счет этого мы уже, наверное, не успеем просто-напросто. Но я постараюсь на скорость. В принципе, уровень достаточно простой. И можно добраться. Он простой, просто нужно вот именно сконцентрироваться на каждой фигуре. Чем больше фигур будет... Ой, да, вот видите, я заговорился. Вот еще проблема то, что я заговариваюсь. Потому что мне, ну, я все-таки как бы должен говорить хоть что-то, да? Потому что смысла будет, вот если я буду так молчать, это будет даже неинтересно. Так, ой, так, секундочку. Вот тут перепрыгиваем. Вот тут, все, вроде как... О, фух, я думал, мы сейчас проиграем. Давай-давай, я хочу до следующего уровня. Долететь. Так, осторожно, здесь мы просто проходим. Отлично. Очень хорошо, вот прям замечательно. О, не, я уже, честно говоря, в голове жду следующего раунда, потому что, ну, а чё? Следующий раунд будет счастье. Видите, я уже более-менее быстро прохожу и...
но мне, я думаю, уже времени просто-напросто не хватит. Этот уровень-то действительно бы, может быть, и далеко прошел, если бы у меня было бы побольше времени, хотя бы... Ох, ух, 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 ух. Так, 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 мы вроде дошли. 9 секунд, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все, все, да. Ах, как же плохо, как же плохо. Ладно, полетели на следующее задание, посмотрим, как оно выглядит. О, так это прошлая карта. Это, походу, дело прошлая карта. Ага, смотри-ка, как нужно сделать. Смотри-ка, как нужно делать. Вот это да. А, нужно пробегать дальше. Все, я понял, нужно пробегать дальше. Вот надо всегда смотреть на будущее. В будущее смотреть, куда нам нужно идти вперед. То есть, вот прошли мы первый, так сказать, площадку. А куда дальше? Видите, там было ее не видно. Вот сейчас, сейчас прыгнем. Сейчас прыгнем. Сейчас прыгнем. Сейчас прыгнем. Надо просто-напросто было успевать. Но я не успел. Да, ну, нужно просто-напросто успевать. Ах, не успеваю. Не успеваю. Эй, что ты будешь делать? Не, ну вот это, кстати, сложный первый уровень. Вот я не люблю, когда уровни настолько сложные в самом начале. Понятное дело, то, что потом будут они еще сложнее, но хотелось бы попроще немножко. Так, вот сейчас прыжок. Отлично. Отлично, видели, да? Теперь нам снова надо сделать прыжок вот сюда. Ты и пробежать. Нет, не успели, не успели. К сожалению, видите, а, нет, смотрите, там 28 уровень уже у кого-то есть. То есть кто-то прямо так легко проходит эти все уровни, серьезно? Так, давай, 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 успеть надо. Успеть, все, отлично. Отлично, отлично. Ай-яй-яй, развалились, развалились. Фух, это было мега круто. Но боюсь, боюсь проиграть. Ладно, давай еще раз попробуем. Да, я, наверное, никогда не научусь проходить эти игры, но надеюсь, рано или... Надо просто больше, больше практиковаться, мне кажется, да? Надо будет больше практиковаться. Смотрите, я сделал это! А что, я не записал, что ли? Как так? В общем, я пропрыгал здесь, и достаточно просто, оказывается, это все делать. Но тут дальше еще сложнее, сложнее этапы! Воу, вот это я понимаю, вот это я понимаю! Смотри-ка, надо тут прямо перепрыгивать. Оп, прошли, отлично. Смотрим, как он это будет делать, потому что на примере проще делать. Так, вперед, иди, иди, иди. Малыш, так-так-так-так-так, оп. Сюда перепрыгнули, перепрыгнули. Я думаю, что... Опачки, смотрите! Мы дошли, дошли еще раз! Слушайте, ну потихонечку, понемножечку я уже начинаю понимать. Я, в принципе, быстро учусь в подобных играх. Но я вот именно в начале вообще не понимаю, что делать. Так что обычно, обычно нужно вот прям... Ох, как мы хорошо идем! Как мы хорошо идем! О, осторожно, вот здесь ничего не видно, здесь ничего не видно. Ай, фух, я думал, что мы уже упали. Слушайте, я иду на рекорд, это рекорд. Я дошел до следующего, это я дошел до третьего этажа, друзья. Так, а что здесь дальше? Здесь дальше нам нужно вот сюда запрыгнуть. Так, осторожно, осторожно. И вот здесь так, опа, опа. Ладно. Зато не до самого конца упали, да? До самого конца не упали, это хорошо. Потому что если бы мы упали до самого конца, это было бы просто мега ужасно. Но нет, вроде, вроде... Ой, так, так, секундочку, секундочку. Здесь перепрыгиваем, здесь запрыгиваем. У нас осталось 5 минут, так что в принципе мы еще даже можем дойти до следующего уровня. В принципе, главное... Так, главная задача — отдалять подальше камеру. Вот серьезно, вот это лично мне помогает очень хорошо. Отдаляешь далеко камеру, и в принципе ты... Так, вот здесь вот это бывает мешает. Но в некоторых ситуациях это прямо очень сильно помогает, потому что ты видишь всю подноготную. Так, вот здесь вот мы можем с вами, как я понимаю, потихонечку, потихонечку пройти, пролезть. Так, 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 так. Так. Ладно, 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 все, успокойся, успокойся. Сейчас я вам покажу, как это проходит. Смотрите. И але-оп. Пробегаем сюда. Але-оп. И пробегаем сразу. Опа, але-оп. Ну, видите, не получилось первый раз, но тут надо прямо быстро реагировать и не ждать. Ни в коем случае не ждать. Опа, и... Нет, не получилось. Вот здесь я слишком быстро пробежал, так что надо быстрее. Наоборот, чуть было помедленнее. Так, бежим, бежим, снова бежим. Не, слушайте, мне эта карта даже больше понравилась, чем предыдущая. Хотя она довольно-таки сложноватая была.
Вот сейчас я попробую с первого раза пройти. Вот сейчас я вам покажу эту фишечку. Так, оба! А нет. Ой, дуралеюшка. Эй, ладно, давай мы еще раз попробуем, потому что... Ну, нет, слушай, мы действительно можем здесь пройти очень легко. Я же проходил. Вот, смотри. Оп. Отлично. О, вот, смотрите, видите, как забежал легко. Оп, ну и тут упал. Ну что ты будешь делать? В принципе, неплохо прошли, но давайте дальше продолжим. У нас есть 5 минут еще. Здесь следующий. Я немножко отдохнул, я вам сразу говорю. Я немножко отдохнул к следующей карте, потому что было сложно. А что такое? А, я запрыгнуть не мог. Так, о, куда? Ничего себе, не понял юмора. А как это работает? Ну-ка, сейчас попробуем, смотри-ка. Оп. Не-не, надо... Ой, где-то... Опа, отлично. Теперь мы можем приближаться мы можем. Так, вот, сближаемся максимально. Ничего себе. Это мега сложно. Друзья мои, это самая сложная карта в Роблоксе, которую я только видел. Я вам серьезно говорю, она интересная, согласен, но она самая сложная. Кто проходит до самого конца, это, наверное, люди, которые просто мега крутые. Так, секундочку, сейчас мы попробуем все-таки попасть. Эх, не получилось. И, опа, не получилось. Так, вот примерно вот здесь вот нужно, чтобы она... Опа, о, все, полетели. Так, мы можем сейчас забраться, да? Мы можем сейчас... А, или не можем? Серьезно? Мы не можем забраться? Так, давай-ка попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй! Да как ты будешь это все проходить? Ох, ну ладно, попробуем еще раз, может быть, у нас получится. Но пока что вообще ничего не получается, друзья. Абсолютно ничего не получается, я себя чувствую нубиком. Так, секундочку. Да нет, ты что-то будешь делать? А может просто шагнуть? Да! Серьезно? Это можно было просто шагнуть? Я там все математически вымерял, а мне нужно было просто шагнуть? Смотри. Все, полетели. Вот и все. Ай, снова меня уничтожило. Не, друзья, эта игра не для меня, мне кажется. Эта карта абсолютно не для меня. Я полный нуб в Роблоксе. Я не знаю, почему, друзья. Я абсолютно не знаю, почему. Может быть, конечно, это весело со стороны смотреть, но это очень не весело, потому что ничего не получается. Так. Да рано. Почему я так рано прыгаю? Надо просто сконцентрироваться на одной вещи, хотя все крутится, ни на чем сконцентрироваться особо не можешь. Так, полетели. Так, это у нас получилось. О, слушай, мы сейчас можем нормально залезть. Отлично, залезли. Наконец-то нам повезло чуточку побольше. Заполучили, наконец-таки, здесь... Чего? Ах, следующий раунд. Ну ладно, друзья, я, честно говоря, ну, я устаю от этой карты прямо очень сильно, потому что она забирает мои все силы. Я не люблю проигрывать, я люблю выигрывать, а здесь я постоянно проигрываю, у меня прямо... Ладно, друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Кстати, пиши в комментариях, может быть, в какую-нибудь карту новенькую поиграем, посмотрим в следующий раз. Ну, и обязательно удачки в прокачке. Пока-пока. Бум.